Запись, поехали. Говори. Запись, поехали. Так, все. Здравствуйте, дорогие друзья. Вконтакте в одноклассниках. Я начинаю свой видеоблог. Свой видеоблог номер 678. 578. Ой, батюшка моя. Потом опять подписчик скажет, что я сама себя снимаю. Я сейчас иду занять подписчики. Центр питаться будет плохо. Я сегодня нахуй ходил. А еще мне сказали кучу песен учить опять. Я хрипла. Мы опять чистая. Пойдем с вами, подписчики. Засон. Плачу, сказали слон, плачут и говорят, кто мне сделал ты, ну и что ты, сюда, подписчики. И вот такие тайфун. Все мой мой. Только дело в том, что ты на лучший мой.
Ой, смотрите, муха засняла, посыщи. Муха подпишись. Муха. Все, улетел. Могла потом посидеть в телегу свою. Тупорылая. Не обессудьте меня на ног. Пятик.
подписчики, не пишите, у меня насморк сейчас небольшой. Так. Так, я надеюсь, вам свой видеоблог представила. 678. Я думаю, что в конце этой недели будет видеоблог номер 680. И, блин, скоро будет уже подписчики. Пойдемте. Тепло. Только в Девостом. Лучший маг. Лишь на бумаге я. С пьянки достает. Ага, точно. Все.
Блогер, с вами YouTube, напомню, с вами YouTube-блогер, ни на какого. Уже через 3 недели будет мой день рождения, 11 октября 2023 года. Это будет среда, подписчики, так что не обсудьте. Ну, в принципе, у нас есть фотография, с которой сегодня делают. У нас с маленьким было еще фоткаться. Ну да, надо. Я магазинчик сделаю. Ну, хватит как раз. Чтобы я на ленту нажать. Всего. Ладно, короче, ладно. Я сегодня блок не буду вести. Ладно. Может. Читай. Всемогущий маг. Нам нужно как можно дольше пройти до подъезда. Как можно дольше. Так что мы сейчас будем дворами идти к моему патику. Дворами. Не как обычно, а будем дворами идти к патику. Как?
Все, ладно, бегаю с плодами. Смотрите, плодами бегаю. Смотрите. Двумя ягодами бегаю. С плодами бегаю. Смотрите. С плодами бегаю. Ух. Сейчас мы по традиции покажем нашу помойку. Ой, лачечки. Вот он. Вот по традиции наш помойка. Накопитесь с помойкой. С помойкой. Здесь у нас машина, блядь, жилищненько стоит. Это машина. Вот она. Вот она. Вот она. Там у нас, чурбан говорит, блядь. Так, всё. Вот мы уже подходим к нашему пазику. Сейчас мы будем завершаться на пазике. А, вот, кстати. Будем завершаться на пазике. Чубан, блядь, говорит. Нафиг это сейчас. Чего же завершится? Завершимся на пазике. Завершимся на котике. Всем пока-пока. На котике завершимся.